Сегодня на Владивосток обрушился сильный ливень. С раннего утра уже выпала треть месячной нормы осадков. Причем дождь, по прогнозам, продлится до 7 вечера. Погода в Владивостоке. 6. Из-за перелива дороги перекрыто движение на федеральной трассе в районе Седанки. Проезжая часть улицы Русской также находится под водой. На Давыдово образовался так называемый гейзер посреди дороги. Поток настолько сильный, что мужчина, переходивший дорогу, упал в воду. Но через некоторое время он встал и дошел до остановки. В районе Строителя 3 машины ушли под воду. На месте работают экстренные службы. Сейчас проехать там невозможно. Район «Динамо» затопило. Кафе снова оказались под водой. На место прибыли сотрудники МЧС, чтобы откачать воду. Уровень воды в реках стремительно поднимается. На Луговой во двор дома сошел сель, а на спортивной машины едут, утопая в потоках. Напомним, что 23 августа в Приморье прошел сильный ливень. В результате экстренные службы откачивали воду в разных районах города. Сейчас по краю идет циклон. Жители и гостей просят соблюдать меры безопасности.